Максон убежал уже с нашего склада. Ушел далеко и надолго. А нахуя ты все время меняешь квартиры? Ты че так боишься, что мы тебя ёбнем? Кто этот бездарь буквально? С очень хорошим онлайном. Выглядит как полный долбоёб. Сто пудов этот тип детства за Нави. Он лучший друг Авилона. Поясню тем, кто не в курсе. Скоро он подсосет Оксимирона. Он тоже носатый и тоже вернулся. Мы не играем на столку, но пол своих фишек ты взял у меня. Хесус уехал в Америку лишь для того, чтоб не видеть тебя. Заебал уже всех, блять. А ты так хотел себе хайпа и славы, но лох. Ты опоздал с этим на пару лет. Ведь даже у славы хайп уже не тот. А залетел на биты, поебать, как тебе дись? У тебя так много хайпа, я добавлю, добись. Становиться тебе другом, будто строго, честно, я не хочу. Не особо люблю сладкое, в частности чупики. Ты же типа охуевший, Максон сделал диск, на себя просил лично. Ты из таких, кто все схавает, чтобы онлайн твой стал больше обычного. Это позор, пиздец, Макс, пора завязывать, ты хайпишь. Есть класс, но взяться на твоего контента — это запороть в хуй, пока ты будто ломака в кафе сидишь на двух стульях. Что ты хочешь давно от стримов, мы все поняли явно. Если бы мы играли в игру кальмара, то ты бы и там ушел к тем, кто стреляет. И где-то тут вкалывал на стримах, долбоёб. Малые хвалят, но стоят лайк, не дает права халявить и забивать на обещания. С таким подходом к стримам ты недолго протянешь. Если хочешь свой хайп сохранить, то следи за собой. В следующий раз, чтобы стать чем-то правда хайповым, придется стать мной. Макс заболел, это Макс Пейн. Макс ебет строго, Макс гей. Днюха у Макса, Макс дей. Макс запустил стрим? Забей. О чем говорить вообще про эту пиздявую курицу? У него баннеров под стримом больше, чем на билбордах на улице. Сунулся зря сюда своей реакцией. Пол Ди застопил, сидел и оправдывался. Ты же сам себя знаешь, Максим. Все, что можешь сказать мне сейчас, это слово спасибо. А я все тоже конвейер для дисов. И что Энни Окси все видят. Но на главный вопрос, кто убил Макса, ответ уже очевиден. Ответ уже очевиден. Главный вопрос, кто убил Макса, ответ уже очевиден. Ответ уже очевиден. Ответ уже очевиден. Скучала по дисам, на самом деле. Удачи, Максон.